около себя. Значит, смотрите. Потом входим в площадку. Значит, руки за спину. Смотрите, вот это положение. Значит, здесь я чуть ниже средней стойки сейчас. Смотрите внимательно. Здесь и делаю вот такие перемещения. Значит, голова моя все время вот в этом положении. Она вот так не прыгает. Да, как у змеи. Вот. Как угодно. Можно прокрутиться. Вот это положение. Главное развязать ноги. Как угодно. Можно вот так. Как хотите. Как хотите. Только что было вот это положение, и голова была на одном уровне. В площадку вошли. Пошли в площадку. По свистку заканчиваем и легко бегом. Корпус прямой, не наклоняться, не наклоняться. Как на стуле, как на стуле. И легко бегом по своей площадке, легко бегом, встряхиваем ноги. То же самое, сели ниже, чуть-чуть ниже. Корпус прямее, прямее корпус. Легко бегом. Ноги встряхивай. Последний раз. Максимально низко. Максимально, как тоже можете низко. Легко бегом. По мячу опять взяли, по мячу. Так, подошли сюда. Смотрим. Поближе, 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 поближе. Значит, смотрите, вот в том положении, в котором вы сейчас были. Значит, рука прямая. Видите, прямая рука. Локоть на уровне солнечного сплетения где-то. То есть рука моя вот так не ходит. Она вот так не ходит. Кладу сюда мяч. И за счет ног пытаюсь его удержать. Вот не на этой, а на ребре. Понятно, да? Пробуем. Войдите в площадку войдите. Вот, 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 ногами, ногами, ногами. Локоть не сгибать, руку в локте не сгибать, на прямой руке. Левая. Левая рука. Не надо, кулаком не надо помогать. Thank you.
сейчас правая. Значит, тоже сюда подошли. Как раз тут тонкий момент. Покажи, как ты руки держишь. Вот так, да? На приеме. Значит, смотрите, ноги держат вот так. В принципе, можно. Можно так держать. Можно и вот так держать, да? Но лучше вот так. Достаточно большим пальцем туда прижать. И обязательно, чтобы кисти были вниз. Вот этот разворот вниз, он дает то, что у вас здесь манжеты разворачиваются. И получается, видите, какая доска. Почему так лучше? Объясняю. Вот вы сейчас стояли и набивали вот так, считайте, вы нарезали, сколько у вас нужно было энергии, да, ходить. А вот если сейчас будете делать так, будет намного легче. Поэтому в момент приема это потихоньку, но сказывается. Да, можно так, можно принимать в принципе, но так будет меньше вынимать из вас сил, энергии эмоциональной. Удобнее, не то что даже удобнее. Это будет психологически легче. Более рациональный, что ли, это. Я бы так сказал. Значит, сейчас вот поэтому то же самое делаем. Только обращаю ваше внимание, не надо сгибать руку. На прямой руке плечо вытянуто. Вот здесь на манжету положили кисть вниз. И за счет ног. Вот, за счет ног я ловлю. Вот в центре мяча. Здесь центр, в центре тела. Вот здесь вот. 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 Попробую еще раз. Смотри, во-первых, давай, сядь ниже. Вот. И теперь рука полностью прямая. И здесь все время вот здесь вот находится место. Вроде полностью сплетение. И вот здесь постарается его и сюда. И вот теперь его держи. Вот так, ногами шевели. Вот-вот, ногами шевели. Да-да-да, вот ногами. Тут все, вся вибрация идет в ногах. Корпусом. Рука прямая. Левая. На левой руке. Почувствовать мяч, почувствовать. Хорошо. Теперь смотрите. Дай мяч. Значит, правой рукой то же самое вытягиваю. Тоже стараюсь ее не водить. А вот она должна быть в центре. И здесь вот это вот так легко набиваю. Можно эту руку сзади. То есть я не вот так вот вожу, да? А все равно в центре корпуса. Вытянутое плечо, рука вытянута. Естественно, манжеты набиваю. Легко, не надо высоко. Легко, вот так. Чуть-чуть. Правой рукой. Прямой рукой. Рука прямая. Не надо сгибать. Вот, прямой. И ногами. Все ногами выбираем. Все ногами. Ищем ногами. Левая. Левая. Ниже. Так и я могу. Ниже сядь. Стой, ступаньше, пошли. Вот. Здесь попал. Вот. Мяч все время должен действовать. И сюда. Вот. Вот в это положение. Набивай. Вот. Давай. В это положение. Да, вот. Вот. И ногами ищи. Теперь то же самое, только с руки на руку. И то же самое здесь в центре, с руки на руку. Давайте.
Дай мяч. Посмотрите. Вот он стоит и вот так делает. Он же не будет, когда мяч надо будет принимать, он же не будет в таком положении принимать, да, набивать. Он будет в этом положении стоять, да, искать мяч, ногами будет его искать. Это как раз упражнение вот именно для этого. Вот в этом положении для работы ног. Вот я ногами работаю. Хоть так, хоть ниже, как угодно. Еще немного. Чем ниже, тем лучше. Чем ниже, тем лучше. Хорошо. То же самое, от боковой до боковой. Здесь передача. Над собой передача вперед, над собой передача вперед. Только все снизу, все снизу. Понятно.